В очередном туре чемпионата страны по хоккею в экстралиге оба представителя региона потерпели неудачу. «Металлург» в выездном поединке с «Юностью» уже к 7-й минуте крупно уступал 3-0. Тем не менее, «Сталевары» собрались и остальную часть встречи провели достойно. Во втором и третьем периоде была зафиксирована ничья, итоговый счет 5-2. «Гомель» встречался с «Шахтером» и уступил в более напряженном по накалу матче. В первом периоде команды обменялись забитыми шайбами. Продолжили радовать результативной игрой болельщиков и во втором. Горняки вырвались вперед 3-2. Практически в самом начале заключительной трети хозяева удвоили свое преимущество. Однако рыси и не думали сдаваться. Увеличив давление за 2 минуты до финальной сирены, гомельчане восстановили паритет. И все же этого оказалось недостаточно, чтобы перевести игру в овертайм. Хоккеисты «Шахтера» были настроены все решить в основное время и уже через 40 секунд отличились вновь. 5-4 – таков итог этого увлекательного и непредсказуемого поединка.